Всем добрый день. Я веду уже, приехала уже с больницы, все, уже веду Оксану на автобус. Я, говорит, не трус, но я боюсь рыжую собаку. Да, Тайсон? Тайсон, привет, скажи всем. И ушла. Ладно, пойду отведу ее. Все, отвела Оксану, смотрите, у нас дороги. Тут поворот вообще. Вон, видите, это собака рыжая. У нас трактор, видимо, прошелся. Ну, как бы почистил. Якобы считается. На бровку все нагнал. И все. И... Ой, господи. Сейчас скоро Катюху надо отправлять в школу. То, что они со второй, видите, трактор прошелся, опять на бровке. Все нагнал. Видите, что? Сейчас Егорушка придет со школы и почистит. Ох, вот такие вот дела. Тайсон, эй, да ты мой хороший мальчик, да? Говори, говори, что хочешь сказать. Говори, Тайсон. Да, ты хороший мальчик. Да, Тайсон? Да, ты Тайсон, что ли? А? Тайсон, мальчик наш. Ладно, пойдемте домой чай пить. Я уже сегодня съездила в больницу. На УЗИ плюс ходила, там еще смотрели. Чувствую себя хорошо вот после этих капельниц. Не то, что предыдущие капельницы ставили, от них мне вообще плохо было. А после этих я себя прям бодро чувствую. Так что вот такие вот дела. Будем теперь бодрячком и навеселе. Всем привет. Ваня, махай всем привет. Мы, у нас сегодня суббота. По-моему, 25-е, если я не ошибаюсь. Мы на улицу вышли. Ты что, сапоги на низ, на сапоги штаны не натянула? Ребятки гуляют. На улице хорошо, тепло. И они гуляют. Там Марина где-то в снегу лазит. Как всегда, Оксана. Оксане надо шапку поменять. Другую купите. Эта шапка растянулась и вся. Играйте, играйте. Ваня, зачем на дорожке снег кидаешь? Надо наоборот дорожки чистить, а ты наоборот. Бери лопатку и чисти дорожки. Снега ужасно много. Да? Куда пошли? Оу! Чего? Я здесь, Ваня. Я тебя оттуда потом доставать не буду. Я потом... Чего? Ну, сейчас иду, подожди. О, лазит. Суббота. Отдыхает. Окна дома все пооткрывала на проветривание. Пока гуляют. Да? Дома все проветрим. Что там лепишь? Ветер сегодня очень сильный. Аж смотрите, вот дым по котельной видно хорошо. Аж как ветер вообще сегодня, даже по деревьям он видно хорошо. Ветер сильный, а так-то тепло, 1 градус всего. Минус 1, то есть. Но ветрища ужасные. Да, там всякое такое. Ну ладно, всем хорошего дня. Вот это ветрище. Ветер, конечно, ужасный. Ужас. Да? Ау! В мусорку выкидывай. Вон мешок с мусором. Выбрасывай мусорку. Вот. Выбрасывай, выбрасывай. Молодец. Ладно, гуляем дальше. Пишите, какая у вас погода обязательно. У нас... По градусам вроде тепло, но ветрище очень сильно, просто ужасно сильный ветер. Да. Давай, давай, чисти дорожки. Накидала снег, теперь вычищай. Да. Ваня там игрушками занят. Ну, играй, играй. Ох и ветер. Долго гулять с ними не буду, потому что ветер сильный. Минут 40 погуляем и все. Оксана, зачем телефон закопала? Современная модель, да, Оксана? Покажи. Самый крутой телефон у Оксаны.
Сломанный. Сломанный, конечно. Вот, давай вычищай. Видишь, как ты закидала всю дорожку? Ну, ну, Ванечка, молодец. О, у нас кто-то пришел. У нас дом из-за снега даже не видно ничего. Смотрите. Все окна во всех комнатах пооткрывала. Ну, кроме у мальчика в комнате только не открывала. Потому что там папа сидит, за компьютером играет. А Егорка лежит. Они не хотят в своей комнате проветривать. Ну, Оксана там уже... Там, смотри, Ваня, снег растаял вон там. Там дорожка уже чистая. Видишь, там Оксанка вон лазит. Не пойдешь туда? Ну, понятно. Ну, ладно, играй, мама сейчас придет. Ой, ветрище, это что такое? Так ветер прям вообще пронизает аж до костей. Оксана пытается покататься в снегу. Марина в снегу лазит. Наша елка выросла. Мы когда сюда заехали, она была маленькая-маленькая. А сейчас умка уже огромная. Калитка сама по себе от ветра открывается. Смотрите. Открылась, закрылась. Тайсон, ты что тявкаешь? Закрылась, закрылась. Видите, сама по себе от ветра открывается. Тайсон, к тебе надо подойти, да? К тебе надо подойти, мой Тайсон. Тайсон, 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 Тайсон. Скажи всем привет, Тайсон. Скажи всем привет, такая моя собака. Моя собака. Ух ты, кто говорил, что он худой? Он нифига не худой, он еще ух. Скажи, да, Тайсон? Скажи, я хороший мальчик. Ой, ты любишь, да, хозяйку? Ты любишь нас, я знаю, что ты нас любишь. Ух ты, мой хороший. Все меня облизывает, да, Тайсон? Ой, любит, когда ему шерстка так теребит. Эх, Тиму, я собака. Тиму, я собака. Не, не надо, Тайсон. Скоро тебе опять кушать вынесут. Да. Ух. Ау. Ну, иди выкидывай старый фотоаппарат. Выкинь его. Он сломался уже. Выкидывай. Да. Иди выкидывай в мешок. Че, Оксана, хорошо? Там качеля вся засыпана снегом. Ну, качается что-то качели. Смотри, Оксана, там качеля качается. Ну, тут ветер сильный, иди шагай туда. Ну. Ладно, играйте. Оксана, ухо натянуть на... О, поправляй ухо. Я до тебя не дойду, там снег большой. Я в одних штанах без... Надо какую-то шапку ей другую сделать. Ну, папа, видимо, в магазин пошел. Ты куда пошел? Зачем? Яблок возьмешь? У тебя деньги-то есть? Посмотри, молока, да это что-нибудь такое. Тайсон, у нас калитка сама по себе открывается от ветра. Ты качаться пошла? Папа в город поехал фрукты смотреть. У нас тут потому что цены на фрукты одуреть не встать. В городе намного дешевле. Качайся. Ладно, играй. Я пришла к маленьким, а то они там одни. Ты большая уже. О, Оксана, Марина, то есть идет игрушки. А! Ну, положи домой, унесем, потом постираешь их. Ананас, морковка вынесли на летнюю кухню. Сейчас в летней кухне все домой несут игрушки. Ладно, мы продолжаем гулять. Мы уже гуляем 40 минут, а дети домой даже не хотят. Че, Мариночка? А, вы домой еще не хотите? Нет. Вот так вот. Честно, я уже замерзла. Я не представляю, почему они не мерзнут. Вот такие вот дела. Они там что-то копаются. Ладно. Кофейку пьем.
Ну, хорошо, сына. Ладно, продолжаем гулять. Всем привет. Маш, скажи всем привет. Всем привет. Ты куда пошла? На танцы. Да, Маша у нас на танцы ходит, поэтому она пошла сейчас на танцы. Ветер, да, смотри, какой, Маш, сильный. Ребятки там играют. Все тут перекопали, перелазили. Ваня уже кроватку вытащил опять. Ваня, ты зачем ее на улицу вынес? Я специально убрала ее. Вот бандит. Ты зачем кроватку на улицу вынес? Оксана, ну-ка унесите кроватку назад. Она от снега размочится и постареет, и выкинем. Испортится от влаги. А, ну вы тут, да, и здесь тогда. Ну, ой, игрушек-то понатаскали опять сюда. Ты не опоздаешь, Маш? Опять без варежек пошла? А почему? На улице смотри, какой ветер сильный. Ладно, шагай давай на танцы. Аккуратно только иди, с Богом. Вы, ребятки, гулять-то, ой, домой не хотите еще? Нет. Нет, нифига. Я йода 2 нашла. Льда. Да. Игрушки потом за собой, чтоб Оксана убрали, поняла? Да. Чтоб потом игрушки за собой поубирали. Ладно, у соседей уже немного огород растаял. Ну, потому что теплотрасса лежит. У нас, как всегда, будет долго таять. Ой, какое ветрище. Вы, Оксана, домой еще не хотите? Понятно. Ухо. 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 Мне это твое ухо. Ух. А где Ванюха? Дома. Так, чтоб потом все игрушки за собой поубирали. Не уберете, ругать буду, поняла? Я уберу. Ладно, играйте, гуляйте. Я, наверное, домой пойду, потому что я замерзла уже. А? Я сказала, Марине не ну ладно, играйте. Игрушки убирайте, если уходите. Марина, игрушки прибираем, чтобы ни одной игрушки здесь не было. Я выйду, потом проверю. Ой, холодно очень. Я не знаю, как дети не мерзнут. Но они, видите, бегают, прыгают, скачут. Довольные. Так мы уже час гуляем. А они все никак домой не хотят идти.